Привет, девчонки! Сегодня я снимаю таговое видео, и сегодняшний таг будет называться «40 вопросов о красоте». Итак, есть определенный список вопросов, на которые нужно дать свои ответы. Давайте начнем. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, тут вопросы делятся на две темки. Это первый — уход за кожей, и вторая – это непосредственно касается макияжа. Итак, начнем с ухода за кожей. Первый вопрос. Сколько раз в день вы умываетесь? Я умываюсь, как и все, наверное, два раза в день. Я умываюсь с утра и умываюсь вечером. Вот. Второй вопрос. Какой тип кожи у вас? Сухая, жирная или комбинированная? У меня, я бы сказала, такая жирная-комбинированная кожа. И есть даже склонная к сухости. В общем, она у меня такая странная достаточно. Летом она больше жирная, зимой она больше склонна к сухости. Вот. Третий вопрос. Каково ваше текущее средство для умывания лица? На данный момент я умываюсь умывалкой от L'Oréal. Это такой гель-мусс, Trio Active называется. И почему я его выбрала? Потому что он не содержит мыла. А для меня это очень важно, и мне это очень подходит. Оно прекрасно смывает всю мою косметику. В общем, очень хорошее средство, мне оно очень нравится. Следующий вопрос. Вы отшелушиваете вашу кожу? И также, какую марку вы для этого используете? Я не пользуюсь скрабами для лица, я пользуюсь спонжиком. Спонжик у меня от Body Shop, скорее всего, вы многие о нем слышали. Если не слышали, посмотрите видео на эту тему, есть очень много разных видео. Спонж замечательный, очень хорошо очищает кожу, очень хорошо ее отшелушивает. Некоторые пользуют его два раза в день, но я пользую его либо каждый день, либо через день, по настроению, так сказать. Но когда я пользуюсь, например, тональным кремом, то обязательно я пользуюсь этим спонжем. Спонж очень хороший, мне он очень нравится, никакие скрабы даже не нужны при его использовании. Следующее. Какое увлажняющее средство вы используете? Для лица я использую увлажняющий крем только дневной, ночным я кремом вообще не пользуюсь. Дневной крем «Чистая линия», увлажняющий, по-моему, самый обычный легкий увлажняющий крем. У вас есть веснушки? Нет, у меня нет веснушек. Раньше, по-моему, они у меня были, но сейчас почему-то их не стало, по-моему, на мой взгляд. Вы используете крем для глаз? Нет, я не использую крем для глаз никакой. Я как бы на все лицо мажу крем от «Чистой линии», в принципе, и касаюсь тоже век, и какого-то специального средства для век у меня нет. У вас была или есть в настоящем проблемная кожа? Да, у меня в настоящем проблемная кожа, в принципе, всегда у меня была проблемная кожа, но мне очень быстро вскакивают различные раздражения или прыщи. На различные средства декоративной косметики, даже на кремы кожа у меня очень реагирует, очень трудно ей подстроиться под них, поэтому я стараюсь использовать гипоаллергенные кремы различные, вот, в общем, какую-то такую косметику, не содержащую масел, это 100%. Вы когда-нибудь пользовались специальными лечебными кремами для проблемной кожи? Нет, я никогда не использовала специальные лечебные крема. Единственное, что я делала маски из глины на лицо, но это не лечебный крем, собственно, различные маски, но какими-то кремами специальными никогда не пользовалась, и я как-то ими боюсь даже пользоваться, вдруг еще хуже будет, мало ли что, поэтому нет. А следующий раздел уже перейдем к самому макияжу, то есть декоративной косметике. Итак, первый вопрос. Какой тональный крем вы используете? Я пользовалась разными кремами. Maybelline был мой первый, и мне он не подошел, потому что у них везде розовый подтон. На данный момент я использую тональный крем от Catrice, называется он Infinity Matte, и я его смешиваю с кремом от Essence с более темным оттенком, чтобы получить такой... Потому что Catrice у меня самый светлый, Essence у меня достаточно темный, и я получаю такой однородный цвет лица, который подходит мне сейчас. Как насчет консилера и корректора? Корректором я пользуюсь точечно, не так часто, достаточно редко, когда, допустим, когда на выход иду на какие-то свои воспаления, возможно, если у меня есть они, на какие-то дефекты. Корректорами я пользуюсь с сайта Buying Coins, 15 корректоров там в палеточке, вот ими я и пользуюсь, в принципе, мне больше ничего не надо, консилерами под глаза я не пользуюсь, хотя надо бы, наверное, но пока ими не пользуюсь, потому что я боюсь, что они будут сушить кожу век, и мне это, в принципе, не нужно, ранние морщины, не надо мне этого.
Знаете ли вы свой подтон кожи? Да, знаю, у меня вообще холодный цветотип лица и волос также, и у меня такой розоватый подтон, вот, поэтому я его стараюсь всеми способами скрыть, конечно же. Что вы думаете о накладных ресницах? Я не использую накладные ресницы, и как-то я, в принципе, я ничего плохого против них не имею, но я считаю, что взгляд абсолютно ненатуральный, мне не очень это нравится, я считаю, это только если по случаю, на какие-то там, на Хэллоуин или какие-то праздники, там, на Новый год, возможно, но я не пользуюсь ими, и, в принципе, даже в ближайшее время вряд ли планирую ими пользоваться. Знаете ли вы, что нужно менять тушь каждые 3 месяца? Да, я об этом прекрасно знаю, и у меня так и получается, собственно. Тушь у меня меняется раз в 3 месяца, это точно. Она у меня просто успевает либо закончиться, либо засохнуть, потому что тушь я пользуюсь каждый день. Вот. Какую марку туши для ресниц вы используете? На данный момент я пользуюсь тушью от Maybelline, желтенькой такой, Volume Express. Думаю, все ее знают, я ее очень люблю. Мне она очень подходит. Следующий вопрос: Sephora или MAC? Я могу сказать, что у меня нет средств от Sephora, от MAC у меня есть только одни тени, и я думаю, что при таком количестве косметики очень трудно судить, поэтому я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос. У вас есть MAC Pro карта? Нет, у меня нет такой карты. Какие инструменты для макияжа вы используете? Я использую для макияжа кисти, в основном кисти, это, конечно же, это такой творческий процесс для меня, поэтому это кисти. Если где-то я делаю в каких-то походных условиях, можно сказать, макияж, то это спонжики. Я спонжиками спокойно могу сделать нормальный макияж. Вы используете базу под тени? Да, я использую базу под тени, но тоже не каждый день. Тогда, когда мне нужно, чтобы у меня тени долго держались на глазах, я использую базу. Действительно, очень хороший продукт. Я раньше не знала его существовании, признаюсь. И когда я узнала, что есть такой продукт, я удивилась, что тени действительно могут держаться около 12 часов, а может и больше, не скатываясь, не забиваясь в складочки. В общем, это замечательная вещь. И база под тени у меня от Lumene. Я ей очень довольна на 100%. Следующий вопрос. Базу для лица используете ли вы? Нет, я не использую базу для лица, я наношу только увлажняющий крем, даю ему подсохнуть какое-то время, и потом я уже наношу сверху либо пудру, либо тональный крем. Какие ваши любимые тени? На данный момент у меня любимой является палетка Naked 2, которую я выиграла в конкурсе. Она замечательная, у нее замечательное качество, и, наверное, многие уже о ней слышали, очень много отзывов замечательных. Да, это очень хорошие тени, я ими довольна, в принципе, полностью. Вы пользуетесь карандашом или подводкой для глаз? Да, я пользуюсь и карандашом, и подводкой, когда мне этого хочется. То есть, в принципе, и подводка, и карандаш, что-то из них я не могу выделить. Для меня это оба хорошие средства. Когда я хочу более четкие стрелочки и яркие, я использую подводку. Когда такие более нейтральные, то карандаш. Как часто вы случайно попадаете подводкой или карандашом в глаза? Я никогда, по-моему, еще ни разу не попадала карандашом в глаза или подводкой тушью, да, бывало как-то неаккуратно, но карандашом или подводкой, если честно, я ни разу не попадала в глаза себе. Вот. Так что вот так вот. Что вы думаете о пигментах? У меня нет ни одного пигмента, но я очень хотела бы себе приобрести, мне это интересно, какие-нибудь серебристые вот эти вот пигменты. В общем, я думаю, что это очень интересный эксперимент, можно с ними сделать. Вы используете минеральную косметику? На данный момент у меня есть только один пробничек минеральной вуали от Fancy Minerals, и ей я пользовалась. Мне она очень понравилась, и я планирую в ближайшем тоже купить какие-то средства из минеральной косметики, потому что она считается гипоаллергенной, и для меня, я думаю, она подойдет лучше, чем даже декоративная. Поэтому, да, я говорю о минеральной косметике, да. А какая ваша любимая помада? На данный момент любимой является помада от Revlon. Она такого розово-перламутрового оттенка, мне очень нравится ее оттенок. Так, в основном я люблю больше блески. И следующий вопрос как раз-таки про блески. Да, блески я люблю больше, чем помады. Помады, наверное, по случаю, а блески так на каждый день. Какие ваши любимые румяна? Я могу сказать, что румянами я, в
принципе, пользуюсь очень-очень редко. Вообще действительно редко, поэтому у меня нет их любимых. У меня есть только Rumana's Buying Coins. И, в принципе, они у меня одни и есть любимыми являются. Вот. Вы покупаете косметику на eBay? Нет, я ни разу не покупала косметику на eBay. Я только делала заказы на сайте Buying Coins. Нравится ли вам косметика масс-маркет? Да, мне нравится косметика масс-маркет. В принципе, основная масса косметики у меня из масс-маркета, а не люкса. И меня, в принципе, это устраивает. Я считаю, что для обычного человека она подходит. Для каких-то визажистов уже нужен люкс непосредственно. Вы когда-нибудь думали пойти на курсы визажа? Нет, я не думала никогда об этом. И пока, в принципе, не планирую. Вы неуклюжи, когда делаете макияж? Вы знаете, я бы не сказала, что я неуклюжа. В принципе, я считаю, что нормально наношу макияж. И, в общем, я так не считаю. Название макияжного преступления, которое ты ненавидишь. Наверное, самое такое главное название макияжного преступления – это когда тональный крем подбирается не по цвету лица, когда цвет лица отличается резко и ярко от цвета кожи. Это, наверное, на первом месте у меня стоит, потому что это выглядит на самом деле действительно ужасно, когда девушка идет, у нее белое лицо, белая шея и такое ярко-оранжевое лицо, точнее, белая шея, ярко-оранжевое лицо, это ужасно. И вторым таким макияжным преступлением я считаю слипшиеся ресницы. Мне не нравится этот эффект, то есть он такой, вы знаете, специфический достаточно. Я считаю, что ресницы должны быть хорошо прочесаны, они должны быть такими пушистыми, а не такими слипшимися, ужасными комочками. Я считаю, что это ужас. Уж лучше вообще не накрасить ресницы, чем ходить вот с такими вот страшными, убогими ресницами. Вот. Нравятся ли вам красочные оттенки в макияже или нейтральные? Мне нравятся и красочные оттенки, и нейтральные. Нейтральные, я считаю, конечно, подходят под дневной макияж, красочные больше на вечерний идут. Поэтому я говорю и тем оттенкам «да». Единственное, что когда вы красите слишком яркие глаза, делаете, не нужно делать очень яркие губы, потому что это будет смотреться вульгарно. И наоборот. А так, в принципе, я за нейтральные и за красочные цвета. У какой знаменитости всегда отличный макияж? Я не особо слежу, на самом деле, за знаменитостями, поэтому я, наверное, тоже пропущу этот вопрос и оставлю его за ответа. Не могу ответить на этот вопрос однозначно. Если бы вы могли выйти из дома, используя только один продукт, что бы это было? Это однозначно была бы пудра. Мне этого достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. Пудра, чтобы выровнять тон лица. Вот. Могли бы вы когда-нибудь выйти из дома без косметики? Да, у меня в последнее время бывает очень часто такое. Я выхожу из дома без косметики и крашусь уже, допустим, в транспорте, то, что я не успеваю, допустим, дома накраситься. Либо просто могу выйти без косметики, куда-то поехать. Для меня это не составляет какого-то особенного труда, я не чувствую себя какой-то страшной без косметики. Вы думаете, вы хорошо выглядите даже без косметики? Ну вот, я уже, в принципе, ответила на этот вопрос. Да, я думаю, нормально я выгляжу без косметики. Косметика, она только лишь подчеркивает мои достоинства и каким-то аксессуаром под образ является мой. Как вы считаете, какая марка декоративной косметики лучшая? Вы знаете, я не могу ответить однозначно на этот вопрос, потому что нет лучшей марки. У каждой марки есть какие-то хорошие средства, какие-то плохие средства, и нет такой марки, у которой все средства были бы идеально какими-то суперскими и ни одного промаха. У каждой марки есть что-то хорошее, что-то плохое. Так, и последний вопрос. Что вы думаете о макияже в целом? В целом, я считаю, что макияж – это, в принципе, вещь очень такая хорошая, она способна изменить что-то в себе, то есть макияжем действительно можно что-то в себе подчеркнуть, а можно что-то испортить на самом деле. То есть макияж нужно уметь делать, нужно этому учиться, нужно смотреть, как делают это другие люди, и тоже для себя какие-то цвета подбирать. Макияж должен быть уместным, не должен быть слишком каким-то вычурным, вульгарным днем. Вот, и, соответственно, макияж, я считаю, это вообще очень интересная и очень большая такая тема для разнообразия и творчества и фантазии. Поэтому я за макияж, он
интересен и прекрасен все-таки. Вот. Ну вот, собственно, и все, что я хотела сказать. Всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал обязательно. Еще впереди очень много интересного. Также посмотрите мои предыдущие видео. Надеюсь, вам что-то понравится. Всем спасибо за просмотр. Пока!